Дорогие друзья и гости моего канала, здравствуйте! Сегодня представляю вам видео, короткое видео о пионах. Пион – это древнейшее растение. Так сложилось, что древние народы закладывали сады, в которых специально выращивали растения, привезенные из других стран. Персы и греки возделывали сады в образовательных целях. Именно в те времена встречаются первые описания пионов. Пион – это очень роскошный цветок. Еще 1500 лет назад пион украшал императорские сады. Самое интересное то, что простым смертным не разрешалось в своих садах сажать этот цветок. До сих пор на Востоке пион считается цветком, разжигающим страсть. Молодым женщинам, девушкам рекомендуется держать его в комнате для привлечения любви. Еще до сих пор известна настойка корней пиона, которая обладает успокаивающим свойством, помогает при нарушениях сна. А в России первые упоминания о пионах было в XVI веке. Росли они в монастырях и в царских садах. Есть мнение, что в Россию их завез Петр I. Тогда их различали просто. Виды с обычными цветками использовали в лечебных целях, а махровые сорта выращивали для декоративного использования. Пион принадлежит к роду многолетников, семейства пионовых. Может быть как травянистым, так и кустарниковым. Это растение с крупным корневищем, уходит глубоко в землю. Куст пиона большой, с декоративной листвой. Декоративен бывает весь сезон. Высоту куст может достигать 1 метра. Цвет листьев варьируется от зелени до почти фиолетового. За время вегетативного сезона он может менять окраску листьев. Цветы у пиона достигают диаметра 15-25 см. По форме, в зависимости от сорта, бывают розовидные, махровые и шаровидные. Цветок этот предпочитает солнечные, хорошо освещенные или слегка затененные места. На одном месте может расти 10-15 лет. Цветут пионы в начале лета. Некоторые сорта цветут в середине июля, в августе. Длительность цветения зависит от сорта и может продолжаться от 8 до 20 дней. Пионы размножаются делением куста, корни клубней, черенками, отводками и почками возобновления.